Всем привет, дорогие мои подписчики, дорогие зрители. Сегодня с вами Бухгалтер, и сегодня мы поговорим о таком канале, интересном на Ютубе, как Марина Мелихова. Марина Мелихова. Вот такое интересное название данного автора канала. Значит, на данном канале мы узнаем, сколько вообще данный канал зарабатывает за месяц, а также узнаем, сколько данный канал заработал за все время существования на Ютубе. Итак, на данном канале 140 тысяч подписчиков. Последний ролик был загружен на канал один день назад. Ролик набрал 22 тысячи просмотров. Внимание, обращение Марины Мелиховой. Потом захват, обыск, вот он ролик еще был загружен на канал. И беспредел в доме Марины Мелиховой. 19 тысяч просмотров ролик набрал 2 дня назад, был загружен на канал. Потом еще вот 2 дня назад ролик был загружен на канал, набрал он 35 тысяч просмотров. Марина Мелихова, новости на 04.03.2020 года. Всех не посадишь. 48 тысяч просмотров ролик набрал 5 дней назад, был загружен на канал. Потом вот Марина Мелихова, под арестом на 10 суток, 40 тысяч просмотров ролик набрал, 6 дней назад был загружен на канал. Молния, нужна помощь. Вот ролик называется тоже. Краснодар, 117 тысяч просмотров ролик набрал, неделю назад был загружен на канал. То есть ролики выходят ежедневно на данном канале. Ну вот один день назад, два дня назад, два дня назад. Два ролика вообще вот выложено на канал было. Потом пять дней назад, шесть дней назад. Ну, тут пропущено вот три дня было. Вообще, давайте посчитаем, сколько роликов загружает автор канала Марина Мелихова. Итак. Так, Марина Мелихова. Так, так, так. Две недели назад. Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь роликов за неделю было загружено на канал. Хорошо, давайте посмотрим самые популярные ролики на данном канале. Какие вообще самые популярные ролики стали и сколько набрали просмотров они. Итак, смотрите, значит, ролик год назад был загружен на канал, набрал 1 миллион 800 тысяч просмотров. Банки доигрались с кодами валют 810 и 643, конец. Вот такое название ролика. Потом «Горькая правда» от профессора Катасонова. 1 миллион 100 тысяч просмотров ролик набрал, 6 месяцев назад был загружен на канал. Срочно, Путин боится Гаагского трибунала. 481 тысяч просмотров ролик набрал, 4 месяца назад был загружен на канал. Принял заявление на Владимира Владимировича Путина. Трибунал. Потом, справка о разграблении России с полным списком. 398 тысяч просмотров ролик набрал, 8 месяцев назад был загружен на канал. Тут большая часть какая-то политика происходит прямо на данном канале. Итак, хорошо, популярных роликов достаточно много на данном канале. Давайте вообще посмотрим старые ролики. Когда же был загружен первый ролик на канал Марина Мелихова? Итак, сейчас у нас, значит, прогрузится все. Обращение, вот Марины Мещеряковой к блогерам. 5400 просмотров ролик набрал, год назад был загружен на канал. Вот, то есть данному каналу год. Хорошо, давайте перейдем о канале к статистике и посмотрим. Канал был создан 18 октября 2018 года. На данном канале уже 16 828 899 просмотров. Вот описание. Кому интересно, можете почитать здесь. Оно небольшое, коротенькое. Вот, хорошо. Давайте, значит, перейдем теперь на другой сайт и посмотрим вообще, сколько за последний месяц заработал канал Марина Мелихова на Ютубе. И разберем поподробнее статистику данного канала. Значит, Марина Мелихова, загрузок 436 видео загружено на канал, подписчиков 140 тысяч, просмотров 16 890 тысяч 186. Канал зарегистрирован в России, тип канала «Люди». Пользователь создан 18 октября 2018 года. Общая оценка канала «Б». Подписчиков за последние 30 дней на канал подписалась Марина Мелихова 4000 человек, на 55,5% хуже, чем позапрошлый месяц. По просмотрам. Видео просмотров за последний месяц было на канале Марины Мелиховой 1 249 тысяч. На 21,5% хуже, чем позапрошлый месяц. Хорошо. Значит, расчетный ежемесячный доход данного канала составляет от 312 долларов до 5000 долларов в месяц. Дорогие подписчики, дорогие зрители, 5000 долларов, сразу вам скажу, YouTube не платит данному каналу. Начальный заработок данного канала составляет от 312 долларов. Ну, это заниженная цифра, сразу скажу. На самом деле, за последний месяц канал Марина Мелихова заработала больше. Ну, давайте посчитаем от этой цифры. Это заработок начальный данного канала на 63. Получим 19 656 рублей зарабатывает Марина Мелихова, если даже не будет выкладывать на данный момент ролики на YouTube. Итак, но эта цифра, она занижена, еще раз вам скажу. На самом деле, канал Марина Мелихова за последний месяц заработала больше, чем данная сумма. К этой цифре мы с вами позже вернемся и рассчитаем приблизительно точный результат за февраль данного канала. Итак, по заработку.
Давайте посмотрим пока подробную статистику данного канала. То есть, разберем и узнаем, сколько за сутки набирает канал Марина Мелихова просмотров, а также подписчиков на своем YouTube-канале. Сколько подписывается вообще людей за сутки. Ну вот тут, видите, не зафиксировал сайт статистику ежедневных подписок на данный канал. Но вообще, сейчас я вам все скажу. Вот 15.02 тысяча подписалось, 22.02 2020 тысяча, также 29.02 тысяча. Но это суммарное значение, там через периодически 10 дней каких-то. Вот получается вообще за сутки подписывается от 134 человек на данный канал. По просмотрам. 26 тысяч просмотров за сутки, 29 тысяч просмотров за сутки, 31 тысяча просмотров за сутки, 17 тысяч просмотров за сутки, 22 тысячи просмотров за сутки, 49 тысяч просмотров за сутки, 42 тысячи. Вот тут 55 тысяч просмотров за сутки. Тут было 78 тысяч просмотров за сутки. Вот. Вот тут выстрелил, видите, как результат по просмотрам, 138 тысяч просмотров. То есть за сутки вообще от 41 тысячи просмотров набирает данный канал Марина Мелихова на YouTube. Хорошо. Давайте теперь вообще разберем прогноз на будущее данного канала. Что ожидает в будущем, какие изменения произойдут на данном канале, узнаем через один год, а также через полноценных 5 лет. Итак, сейчас у нас прогрузится все, потом переведем мы сейчас на английский язык, потому что информацию поудобнее смотреть на английском языке на данном сайте. Итак, 8.03.2021 года, ну, либо через 12 месяцев, то есть через полноценный один год, на данном канале будет 355 602 подписчика. Сейчас 140 тысяч. Вот такой результат будет по подписчикам через один год вырастет. А также 48 485 929 просмотров будет. Сейчас 16 миллионов. Это через один год будет. Такой результат на данном канале. Также через 5 лет на канале будет Марина Мелихова 2 942 590 подписчиков. И по просмотрам будет 452 727 036 просмотров. Вот такие, дорогие подписчики, дорогие зрители, ожидают данный канал цифры и изменения через один год, а также через полноценных 5 лет. Хорошо, давайте посмотрим вообще, что происходит в лайве на данном канале по подписчикам. А по подписчикам на данном канале, вот как я вам ранее сказал, на канале Марина Мелихова 140 тысяч подписчиков. Здесь статистика обновляется ежесекундно, здесь можете смотреть статистику как по подписке на данный канал, а также по отписке с данного канала. Кому интересно, можете зайти, помониторить, посмотреть. Если человек подписался, он сразу покажет подписку. Отписался, также покажет отписку. Вот на шкала, все происходит в реальное время. Хорошо, давайте вернемся и не будем тянуть время. Так, а перейдем уже на другой сайт и посмотрим вообще и узнаем, сколько за все время существования на Ютубе заработала Марина Мелихова. За все время. Итак, сколько зарабатывает Марина Мелихова на Ютубе? На сегодня, 8 марта 2020 года, канал Марина Мелихова заработала 1 009 672 рубля. Вот такие цифры заработал данный канал за все время существования на Ютубе. Вот. Также получается, смотрите, давайте, вот тут можете, кстати, комментарии, кому интересно, оставить на данный канал, вот, свое мнение, что думаете о данном канале. Марина Мелихова зарабатывает на Ютубе 1991 рубль в день, или 59 744 рубля в месяц. Подсчет дохода ведется с даты создания канала 18.10.2018 год. Вот такие цифры на данном канале. То есть данный сайт нам говорит, что канал Марина Мелихова зарабатывает за месяц 59 744 рубля. А статистика нам Social Blade говорит, что канал Марина Мелихова, начальный заработок данного канала составляет от 312 долларов и более. Мы посчитали, что 312 долларов и перевели в рубли, это 19 656 рублей. Дорогие подписчики, дорогие зрители, скажу вам сразу, что канал Марина Мелихова заработал больше за февраль, так как на канале было 1 249 просмотров. То есть нам надо вот эту цифру 312 долларов умножить на 2, и получим мы 624 доллара заработал канал за февраль Марина Мелихова. Умножим это и переведем в рубли, 39 312 рублей. Можем округлить, 40 тысяч рублей заработал данный канал за последний месяц на Ютубе. Вот такие цифры, дорогие подписчики, дорогие зрители. Это приблизительно точная статистика заработка от одной партнерской программы на Ютубе. Итак, какой вывод еще можем сделать? Что мы узнали, что за все время существования на Ютубе Марина Мелихова заработала 1 009 673 рубля. Вот так копеечка капает у данного канала, потом рублик вступает. Вот такие цифры, дорогие подписчики, дорогие зрители. Ну что я вам хочу еще сказать?
Всем огромное вам спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всех с праздником! Всем пока, до новых встреч!